Итак, это «Взгляд снизу», где у нас снизу будет свысока смотреть на всех... Рамазан. Рамазан, отлично. Рамазан, сколько тебе лет? Мне 14. Ух ты, какой прекрасный пубертатный возраст. Скажи, ты уже целовался? К сожалению, нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я тоже. Да. Как вас зовут? Хазиза. Хазиза, какое красивое имя. Кто вам его придумал? Мама. Да. А кто у вас в семье главный? Папа. Мама знает, что папа главный? Да. Ну ладно. Скажите, как вас зовут? Арайлом. А сколько вам уже лет? 13. Получается, вы не самая старшая? Да, самая главная. Халмсалай. Джексон. Да. Сколько вам лет? 9. 9 лет? Это не 10 и не 8. Это что-то больше, чем 8 и меньше, чем 10. Да. Получается 9. Да. Скажите, когда вам будет ровно 10 лет? В октябре. Какого? 4. 4 октября? Да. То есть вы у нас... Весы. Вы весы. А знаете, кто я? Арстан. А знаете, кто такой Арстан? Кто? Лев. Лев? Да, я лев. А вы весы. Кто вы по знаку зодиака? Телец. Вы телец? Да. Какая вы молодец. О, рифма. Знаете, что такое рифма? Это когда телец и молодец. Ну ладно. Вот ты уже большой, да. Мощный, сильный. У тебя наверняка есть машина. Конечно. Серьезно? Да. В 14 лет? Естественно. Какая? Аристон. Скажите, пожалуйста, Кирей или Жанибек? Кирей. Папа не обидится? Тогда Жанибек. Какая вы весы. Лиса, я бы сказал. Кто дал имя Альсарочке? Мама. Точно? Мне все равно. Очень красивое имя, но ты наверняка хотел сам продвинуть какой-то свой вариант. Я думаю, если бы мне дали такую честь, я бы назвал ее Магрипа. Магрипа Харипулаевна. Магрипа Харипулаевна! Я не понимаю. Магрипа Харипулаевна, вот всегда вот в этом месте, елки-палки. Магрипа Харипулаевна, в одно слово вылетать должно. Магрипа Харипулаевна. Все, начинаешь, не останавливаешься. Магрипа Харипулаевна. Много букв. Возьми много букв. Вот так в рот положи и выплевывай. Магрипа Харипулаевна. Итак, сегодня Альсарочке исполняется целых 12... Лет. Ой, месяцев. Месяцев, да. Это целый один... Год. Год, правильно. А вам, между прочим, уже... 7 лет. 7 лет. Это же первый класс. Угу. Вы школьница? Да. Потрясающе. Ваш любимый предмет? Математика. А самый нелюбимый? ГДЗ. Как? ГДЗ. ГДЗ? Да. ГДЗ. Что это? Я забыла. Вот. Когда мы не знаем, что такое ГДЗ, это плохо. Я вот не люблю ПРЗ. И ЙОПРСТ. А ГДЗ не знаю. Вы знаете, что такое ЙОПРСТ? Нет. Нет. Я тоже. Ну, мы и ГДЗ не знаем, что это такое. Так что это нормально. Арлын, скажите, как вы относитесь к нынешней ситуации с валовым национальным продуктом Китая? Пофиг, лишь бы летучих мышей не ели. Скажите, пожалуйста, какое было первое слово у Альсарочки? София. Вы так уверены? Да. Слушай, ну, сейчас такое время, ты выбираешь бензин или газ? Ну, естественно, газ, он же 65 тенге стоит. Да, это правильно. Ну, да. Кстати, папа тоже любит поддать газку. Скажите, пожалуйста, а что вам больше всего нравится в нашем городе? Макдональдс. А что вы больше всего не любите в нашем городе? Пробки. Скажите, пожалуйста, кто в семье главный? Мама. Папа в курсе, что мама главная? Нет. Скажите, а вы хотели бы быть дочкой президента Туркменистана? Только не Туркменистана. Слушай, у тебя папа строгий? Да. А кто в доме его все-таки, ну вот, главный? Ну, папа. Когда мамы дома нет, папа. Вы знаете, Альсарочка, все утверждают, сказала первое слово. Какое было ее первое слово? Хадижа. Арайлым, я знаю, что тяжело быть младшей. Вы вторая в семье. Насколько это тяжкое бремя? За все косяки отвечает старший. Мне все равно. Как вы относитесь к программе 7-20-25?
Я бы хотела домик на дереве. Как тебе сейчас ситуация с курсом тенге? Нормально. У меня же все в долларах. $15. Скажите, пожалуйста, а какое первое слово произнесла Альсара? Она сказала «арай». Скажите, а вот если говорить о любимчике, а кто в семье самый-самый любимый ребенок? Папа всегда говорит, что я. А кто у вас в семье самый-самый главный? Черныш. А это кто? Кот наш. А вы знаете, какое было первое слово у Альсарочки? Вот это я точно знаю. Ее первое слово было «Рамазан». Скажите, всегда есть в семье любимчики. Вот кто в вашей семье самый-самый любимый ребенок? Ну, папа говорит, что я. Существует мнение, что все-таки Солнце крутится вокруг Земли. Как вы считаете? Она говорит, что Солнце стоит на одном месте. А вокруг крутится Земля. Да. Скажите, пожалуйста, Android или iOS? Huawei. Вопрос о любимчиках в семье. Кто самый-самый любимый ребенок в семье? Папа мне по секрету сказал, что самый любимый ребенок – это я. Скажите, как вы относитесь к ситуации с повышением цен на баррель нефти? Мне всем нравится. Скажите, пожалуйста, Сникерс или Сникерс? Марс. Марс? Мы по традиции спрашиваем, какое было первое, самое первое слово у нашей Альсарочки. Азиза. Арилам, скажите, пожалуйста, йога или стретчинг? Зачем вы материтесь? Ходят в семье слухи, что у вас есть любимчик. Самый любимый ребенок в семье. Вы ненароком, случайно не знаете, кто это может быть? Никому нельзя говорить, но папа сказал, что это я. Что ты пожелаешь нашей красавице Альсарочке? Я желаю Альсаре всего хорошего. Естественно, будучи моей сестренкой, она будет только получать самое лучшее, но я надеюсь, что она перебьет этот потолок и добьется еще большего. Что вы пожелаете нашей Альсарочке? Найти себе принца на белом Мерседесе. Во-первых, хочу пожелать, чтобы она была счастливой, чтобы финансово у нее все было хорошо, у нее были верные друзья, и с нами отношения в семье было, ну, теплыми и хорошими. Ну, я пожелаю счастья, чтобы не болела, а росла как, ну, как мы все, не болели. Ну, училась на пятерке одни. Здоровая была. И была умной, красивой. Как у все. Поздравляем! Ура! Ну и очевидно, что эта прекрасная семья всегда будет сплоченной и сильной, потому что они есть друг у друга. Да? Да. Именно так она и сказала. Да.